Добрый день! И сегодня научу, как убрать выделение текста в Word. Бывают такие ситуации, когда ты копируешь текст какого-то сайта, но он копируется с каким-либо фоном, который убрать не получается. Итак, что делать в этом случае? Первое, что можно попробовать, это выделить текст, затем выбрать «Нет заливки». Но в данном случае, как мы видим, ничего не происходит и выделение текста никуда не исчезает. Что поможет? Выделяем текст, нажимаем правой кнопкой мыши, ищем кнопку стили и нажимаем очистить формат. Также эту кнопку можно найти вот в этом углу. Нажимаем очистить формат. Кроме этого, это можно сделать просто при копировании самого фрагмента текста. Итак, допустим, мы копируем текст и пытаемся его вставить. И при его вставке, вот в этом месте, можно выбрать то, что мы вставляем только текст. Таким образом, у вас вставляется изначально очищенный текст. А если это видео помогло, ставь лайк и подписывайся на канал «Простые решения».